Ребята, всем привет! Я вам сегодня покажу, что я примерно дарю на праздники людям, которых люблю, какие я им выбираю подарки. Ну что ж, поехали с вами. Это мои наборчики на 8 марта. Маме я уже подарила набор NVH и кимоно со штанами и ночнушку. Ей все понравилось. Папе, как вы помните, я подарила костюм. Ну, давайте посмотрим, да. Так, значит, девушке одной молоденькой я подарю Global Oxygen набор, потому что он мне очень понравился. И безумно понравилось, конечно же, это первый этап очищения, пеночка. Кислородная пенка для очищения лица. Она идет 175 миллилитров. И она действительно классная. Мою кожу она не сушит. Артикул 5807. Коробочки открывать не буду. Но вот честно сказать, я ее заказываю сейчас штука за штукой. У меня есть пенка Гардерика, но я ее не расходую. Потому что мне почему-то Global Oxygen понравился. И все вот тут вот. Ну, Гардерику, конечно, одна там упаковочка у меня стоит. Я ее израсходую со временем. Раньше мне нравилась она, а вот сейчас мне больше нравится, конечно, эта пенка, этот запах и ее действие. Она не просто очищающая, да, то есть она и свежесть дает, и не вызывает чувство стянутости, и она улучшает тон кожи, делает ее нежной и подходит для снятия макияжа. Написано, что не раздражает слизистую глаз, у меня немножечко раздражает. Также она активизирует синтез коллагена и других белков, повышает тонус кожи, улучшает тон и рельеф, стирает следы стресса и усталости, омолаживает кожу. То есть в одной пенке уже бесконечный источник энергии для самообновления кожи. Это наше пятое кислородное направление нашей косметики. Это здорово и это классно. Далее смотрите. Также кислородный мусс для глубокого очищения кожи. Значит, им пользуются как? Выдавливаем на ладонь горошину и взбиваем до получения пены с добавлением небольшого количества теплой воды. Вот этой штучкой мы взбиваем. Сеточка для взбивания 5811. Пена взбивается очень тугая. Я еще подумала, ха, да я так без сеточки взобью. Ничего подобного, у меня ничего не взбилось. Поэтому сеточка нужна к этому муссу для очищения. Значит, что этот мусс делает? Это средство для глубокого очищения. Специальный состав из густой, стойкой и пушистой пены нежно очищает поры лица от загрязнений и излишнего себума. Кожа становится чистой, мягкой и увлажненной. Да, у нее действительно очень экономичный расход и достаточно вспенить одну горошинку. Что она делает? Значит, в ней находится три уникальных компонента для доставки кислорода и активации его в использовании каждой клеткой для эффективного синтеза энергии и плюс глубокое очищение пор. Дальше. Кислородный энергетический бустер. Он подходит для интенсивного увлажнения и тонизирования. То есть, это пенка при нанесении на кожу, она превращается в обычный тоник, ребята. Да-да-да. А он увлажняет и удерживает влагу 72 часа. То есть, это такой вот тоник, который можно очистить лицо дополнительно перед нанесением кремов дневных и ночных. Крем тут получается кислородный питательный крем и кислородный увлажняющий крем. Ну, я думаю, как понятно, что увлажняющий с утра, питательный лучше на ночь. Тоже очень классно. У питательного крема 5797 артикул, у увлажняющего крема 5796. Они мне безумно-безумно понравились. Их консистенция легкая, приятная, классная. Ну и, конечно, кислородный крем для век. То есть я выставила тут все по одному наборчику, потому что, ну, я считаю, что я все наборы, которые буду дарить, они одинаковые, чтобы никому обидно не было. Поэтому я выставила все по одному. РНВС что-то вот два выставила. Ну, я думаю, ничего страшного. Три даже. Значит, это кислородный крем для век. Он классный тем, что он подходит, в принципе, для всех возрастов, но мы сделали именно так, чтобы это было только молоденьким девчонкам. Ну, подумали, да, и так вот решили так вот подарить. И, конечно же, набор RenoVage. Это набор идет 55+. С 50 лет им уже можно пользоваться. Честно вам скажу, я пользуюсь этим всем, и мне это все нравится. Я уже эту программу проходила не раз, и могу сказать, что эффект просто потрясающий. И вроде бы, да, оно идет 55+, мне 37 лет на данный момент, но я уже воспользовалась этой линеечкой, потому что я часто езжу, я пью много кофе и так далее, и так далее. И на вебинарах у косметологов я очень часто, дермокосметологов с образованием медицинским, да, не девочкам из Инстаграм, которые просто так болтают, да, то есть, а с человека с образованием медицинским я когда слушала, то она говорила, что если ваша кожа это берет, значит, ей это нужно. И неважно,
какой крем вы, каким кремом вы пользуетесь. Конечно, если девушка 20 лет будет пользоваться кремом 60+, он будет излишним для нее, да, потому что у нее там нету пока еще биомиметических каких-то вот каскадных проблем, да, которые бывают у женщин за 60. Но вот эти кремы, их можно уже с 40 лет использовать, смотря кто работает где, например, да, кто живет где, кто-то живет у моря, там, да, где все хорошо, а кто-то может жить в сердце мегаполиса, да, например, там в центре любого города, где все, или может жить в какой-нибудь промзоне, например, да, или какие-то вредные привычки иметь. И понятно, что у 40-летней женщины может быть кожа и 50+, и может быть кожа и 30+, да, потому что все живут и питаются по-разному. Мы то, что мы пьем, едим, применяем, то, что мы с собой делаем. И поэтому никогда не смотрите на кремы, где написан возраст. А вот именно что, пробуйте различные кремы. Вот бывает такое, что человек подсел на один и тот же крем, а ему на самом деле чего-то другого не хватает. Вот то же самое, мы же с вами пьем воду, едим, допустим, макароны, да, тут же мы с вами едим почему-то гречку, и тут же мы с вами кушаем мясо, тут же мы любим фрукты и овощи, и если питание у нас с вами не сбалансированное, и нам чего-то в организме не хватает, мы это должны принимать в виде БАДов. То же самое, я считаю, что с волосами, с кожей, с уходом, да, и когда мы заостряемся на чем-то одном, то за волосами сложно следить, за кожей сложно следить, поэтому я вот заказала такой вот набор, и я точно знаю, что этот набор комплексный, но я заказала все по одному. Почему? Потому что этого набора хватит одному человеку примерно на 3 недели, если ухаживать за собой от груди до линии роста волос на лбу, да, то есть от груди до лба ухаживать, то этого хватит там, ну, 3-3,5 максимум недель, и это, в принципе, нормально. Первое, что я приобрела для подарка, это, в принципе, наборчики такие очень недешевые, но я их дарю людям, которые мне дороги. Это крем-пенка для умывания, артикул 0791, она идет 175 мл, она пышная, легкая, у нее невесомый аромат, и плюсом ко всему она и смывает макияж с глаз, и дарит ощущение комфорта, она содержит уже в себе ухаживающие компоненты, которые обеспечивают коже питание и поддерживают водный баланс. Вот такой набор очень даже недешево подарить на любой день рождения, еще что-то, мне вот очень нравится, когда человек в восторге. Вот, дальше тут идет кислородный комплекс, который доставляет кислород в глубокие слои кожи, стимулирует локальную микроциркуляцию и усиливает действие всех активных добавок. Вот вы представляете, какой уже крем-пенка, которая ухаживает за лицом. Второй этап очищения – это восстанавливающий тоник для лица. Как говорится, крем без тоника – деньги на ветер. Почему? Потому что именно этот тоник, он является проводником, как сказать, кожа начинает быть готова к последующему уходу, потому что этот тоник именно вот этим и занимается. Да? То есть он удаляет загрязнение с поверхности кожи и увлажняет и восстанавливает pH, и после нанесения кожа становится чистой и гладкой. То есть вот это нам и нужно, чтобы ничего лишнего на коже не было. Артикул 0779. Тоже приятный аромат, она как водичка идет, я вам про нее много рассказывала. Вот это моя любимница, я ее беру очень часто под любой крем, просто вот одну баночку, да, израсходую, и потом, ну, месяца 3-4 проходит, я могу снова взять, да, опять-таки за несколько там за 1,5-2 недели израсходовать, и опять-таки, да, то есть я ее не экономлю, я ее наношу как бы не одну капельку на все лицо, я могу прям пару пипеточек, да, то есть она идет с пипеточкой, прям очень удобно, она такая, знаете, легкая, но такая склизенькая, да, и такая желтоватая водичка, прозрачная, полностью прозрачная, не мутная, она вообще как бы после нее лицо в принципе хорошо меняется, но так как у нас очень много ухаживающих, да, каких-либо компонентов, то я и вообще продукции в целом ассортимент широкий, поэтому я ее не так часто беру, но иногда балую кожу. Очень часто я ее беру маме, свекрови, потому что у нее такой нормальный аромат, который не бьет в нос. Значит, это революционная антивозрастная сыворотка, которая эффективно борется с морщинами и провисаниями, устраняет тусклость, придает коже эластичность и упругость. Также синергетический эффект 5 активных пептидов обеспечивает выраженное сокращение морщин и признаков старения кожи, активизирует гены долголетия и способствует сокращению вертикальных морщин и гусиных лапок. Также комплекс
который тут есть, состоящий из 4 пептидов, реконструирует кожные ткани, укрепляет кожу и восстанавливает пропорции лица. Мне кажется, это очень хороший подарок, и я все время это дарю. Далее, этот кремчик я тоже использовала, он отлично впитывается, если с ним не переборщить, потому что он такой, знаете, уже питательный-питательный. Он идет с пептидным комплексом, что тоже очень важно знать. Артикул 0783, у сыворотки 0785. Значит, что он делает, это именно то же самое действие, но оно идет для шеи и для декольте, чтобы кремов хватило на дольше. Специальное средство, потому что кожа, она очень нежная, она нас в первую очередь нас подводит веки и кожа шеи, да, и мы это видим, и мы это понимаем, что наша шея очень часто придает нам возраста уже ближе к 40 годам. Вот я прям по своей шее чувствую. Конечно, вот это вот я тоже проходила, и могу сказать, что кожа выглядит намного лучше. В общем, все, что я дарю, я испытала на себе. Вот эти наборы я уже все разложила и один только на столе оставила. А вот эти наборы у меня их только 3, потому что маме я уже, у нее из-за того, что у нее закончилось все, я ей подарила заранее. Так, далее, 60+, да, я ей подарила матридженик. Далее, 3 подтягивающих крема для век, ну, каждому по одному. Артикул 0784. Он активно разглаживает, подтягивает кожу вокруг глаз, восстанавливает эластичность, упругость, визуально скрывает мелкие несовершенства и удерживает влагу, защищает от негативных действий внешней среды, и кожа в области глаз выглядит более подтянутой, сияющей, ровной, молодой. Тоже, я считаю, что отличный кремушка. Далее, дневной крем «Архитектор» и ночной крем «Архитектор». Дневной он немножечко полегче, потому что мы наносим тональные кремы, там еще что-то, да. И понятно, что он должен быстрее впитываться, нежели ночной. Так вот, он такой прям отличный-отличный, легонький, приятный, хорошо впитывается, но чувствуется вот это вот питание 0,780. Значит, тут в составе идет минеральная пудра, которая обеспечивает немедленное визуальное разглаживание и рельеф кожи. Нежная текстура крема обволакивает кожу, давая мгновенное длительное ощущение мягкости и комфорта. Ну и также, конечно же, синергетический эффект 5 активных пептидов и комплекс Novaftem O2, который доставляет кислород в глубокие слои кожи. Способ применения: утром мы наносим на чистую кожу лица, после тоника, конечно же, после умывания, и рекомендуемый курс использования не менее 2 месяцев. То есть все они идут в баночке, баночка так вот открывается, и там уже кремушка берется. Вот, лопатка в состав не входит, кто любит лопаточкой крем из баночки, да, но вот лопаточка, в принципе, у нас была в Океанум, и еще в каких-то кремах была лопаточка, вот она у меня осталась. Я этой лопаточкой пользуюсь везде и всюду, и, в принципе, они продаются в магазинах, тут ничего страшного. Далее, ночной крем-архитектор, артикул 0781, он идет, знаете, такой восстанавливающий, питательный, он борется с потерей коллагена, заполняет морщины, разглаживает, чтобы на утро кожа выглядела здоровой, потянутой и обновленной. Ну и, конечно, синергетический эффект, кислородный комплекс и так далее. И еще что я забыла сказать, это регенерирующая маска, которую нужно делать от 2 раз в неделю, лучше всего 3 раза в неделю. Вот мне такой масочки хватает на одно применение, если делать на декольте, на лицо и на шею, да, то есть все вот эту всю область. Если ее делать просто на лицо, то ее может хватить на 2 и на 3 раза. Вот, значит, артикул 0790, она просто, ну, можно так сказать, концентрат всего того, что есть во всей этой линейке. И плюсом ко всему идет интенсивный прямо такой вот уход. Способ у него применения — это на 15 минут ее нанести, избегая кожу вокруг губ и глаз, и смыть маску прям большим количеством воды комнатной температуры. Не мылить ничего, чтобы просто вот масочку смыть. Использовать, да, 2-3 раза в неделю. И что интересно, то что вот этот концентрат, он действительно мгновенно подтягивает. Результат: кожи сразу же такая розовенькая, здоровенькая, блестящая, классная, ну и так далее, и так далее. Вот, пока я готовилась снимать это видео, ребята, у нас же очень много там друзей, знакомых, соседей и так далее. Только не пугайтесь, я заказывала около 20 таких вот коробочек с конфетами, осталось всего лишь 5. Я прям всем, кто мне дарит, сразу же дарю эту коробку взамен. Сразу же, да, то есть там своим врачам, еще что-то, да, то есть вот у меня прям нету какого-то такого вот, знаете, надменного чувства, что мне дарят, а я так не подарю, да, и мне это очень-очень нравится, там, с кем из соседей мы хорошо общаемся, я всегда подарю, даже если мне не подарили, я вообще люблю делать такие вот добрые, классные дела, мне нравится, когда люди улыбаются, и вы знаете, если бы мы все друг другу всегда дарили бы что-нибудь, какую-нибудь мелочь, тем более я взяла по распродаже их всего за 200 рублей, человеку ужасно приятно, вот, и это набор конфет без сахара, и тут идет 15 вкусов, 15 различных вкусов,
Есть темный шоколад, есть молочный шоколад. Он очень красиво оформлен, поэтому это самый шикарный подарок. Артикул 160-66. Вот у меня еще осталось 5 коробочек, получается. Еще 3 коробочки в запасничках. А брала я 20 штучек, ну, без тех 3 коробочек в запасничках. И вот мне захотелось попробовать темный шоколад без сахара с имбирем. Ну, он должен быть сладкий, просто там, наверное, сахар-заменитель в составе идет. Это абсолютная новинка, ее ни разу не было на моем канале. Я вообще забыла, что я его не пробовала. А тут вот как-то, вот знаете, каши выбирала наши новые и нашла. Так вот, артикул 16024. Тут в составе идут плоды нони, которые стимулируют синтез эндорфинов, улучшают настроение, успокаивают, нормализуют сон. А далее имбирь – это сильный антиоксидант, который ускоряет метаболизм и подавляет воспаление. Далее кэроб или кэроб, наверное, кэроб все-таки. Это плод тропического рожкового дерева, который благотворно влияет на эмоциональный фон и стимулирует работу мозга. Ну, вообще, ребят, читаю, думаю, сейчас съем, и все у меня будет круто. Да, темный шоколад, я не любитель темного шоколада, скажу вам честно. Значит, спирулина, это водоросль, содержит вещества, которые значительно повышают иммунитет и ускоряют восстановление организма. Мускатный орех содержит эфирное масло, которое обладает антимикробным успокаивающим действием. Вот такая вот красота. Угу. Подсластитель тут идет, мальтит, какао тертое, какао масло, какао порошок. Ну, в общем, там состав очень длинный. Да, кто захочет, на сайте, конечно, почитает, или я вам вышлю, если вам вдруг будет интересно, пишите, я на все вышлю очень подробную аннотацию, я вам дам ссылки конкретно на все эти продукты. Самое главное, пишите, не забывайте о том, что мне это все сделать не лень для вас, мои дорогие. Ну что ж, будем пробовать. Шоколадка, конечно, очень-очень интересная, если ее прям взять совсем крупно-крупно-прикрупно, то, как вы видите, прям крошится с нее, да? Вот такой вот прям шоколад. Ух, пахнет прям горьким шоколадом. Не темным, а горьким. Абсолютно, ребят, не мой вкус. Абсолютно не мое. И во рту до сих пор такое стоит жжение, горение. Легкое такое, ненавязчивое от имбиря. Во-первых, темный шоколад я не особо люблю. Он сладкий, да, он нормальный, он не горький. Есть, да, знаете, горький темный прям шоколад. Нет, это обычный темный такой сладенький, приятный, мягкий шоколад. Но вот, знаете, попробовав, у меня даже не захотелось ни вторую, ни третью дольку скушать. Я, наверное, неженкой такое не буду кушать. Ну что ж, положу на кухню, может быть, кто-нибудь и съест. Ради любопытства каждой по дольке, вот шоколадка кончилась, да? Ну все, мои дорогие, всем пока-пока. Вот такие вот наборчики я дарю. Global Oxygen, как я вам говорила, уже разложены по пакетикам все. А Renovage я вот весь выставила. Я буду дарить 3 набора. Ну все, всех целую, обнимаю. До встречи с вами в новых видео.